В домашних условиях можно приготовить отличную альтернативу магазинному шоколадному крему. Дети часто просят его купить в магазине, но теперь есть отличный рецепт. Понадобится шоколад и бананы. При выборе шоколада для крема отдайте предпочтение горькому. Сладость бананов и наличие сахара придают десерту выраженный сладкий вкус. Бананы выбирайте зрелые, они наиболее вкусные и ароматные. В холодильнике крем хорошо застывает, поэтому его можно подавать и в качестве основного десерта. Сок апельсиновый, 50 мл, свежевыжатый. Бананы 2 штуки. Сахар 2 столовые ложки. Шоколад 100 грамм, горький. Количество порций, 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. В чашу блендера выложите банан, сахар, апельсиновый сок. В пульсовом режиме пробейте до однородного состояния. Перелейте бананово-апельсиновую массу в сотейник. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая. Как только появятся первые пузырьки, снимите с огня. Добавьте поломанный на кусочки горький шоколад. Размешайте венчиком до полного его растворения. Взбейте теплый крем погружным блендером. Это придаст крему гладкую структуру. Разлейте крем в баночки или креманки. Охладите сначала при комнатной температуре. После уберите в холодильник и охладите еще 2-3 часа. После можно подавать к столу. Готовый шоколадно-банановый крем подавайте к блинчикам, оладьям или тостам. Приятного аппетита!